КАМАЗ до отказа груженный марихуаной задержали на границе Челябинской области. Сотрудники таможенного управления изъяли 170 килограммов запрещенного вещества. Это оперативные кадры. КАМАЗ остановили на проездном пункте поселка Мариинский. В кузове находилось больше 50 мешков. Один из них вскрыли. Внутри оказалась обычная крупа. И еще один подозрительный мешок, который был тщательно упакован. Пожалуйста. Понятые. Вещество растительного происхождения, зеленого цвета. Вещество растительного происхождения, предположительно, марихуана. Всего таких мешков с сюрпризом служители закона насчитали 15. В ходе досмотра транспортного средства обнаружено 15 мешков с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуана, общим весом более 170 килограмм. В настоящее время проводится экспертиза выявленного вещества. Водитель КАМАЗа сразу заявил, что груз ему не принадлежит. Вам это не принадлежит? Нет. Вам принадлежит это? Что, продолжаем? Но, тем не менее, находится у вас в автомобиле. Если будет доказано, что содержимое – это марихуана, то организаторам бизнеса грозят солидные сроки.